Ребят, как и предполагалось, после выхода TTK 2.0, который нынче окрестили TTK 5.2, некоторая часть комьюнити забурлила и пошла выплескивать свое негодование на форумах, группах ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и на Реддите. И когда после выхода своего ролика я посмотрел новости в группах ВКонтакте, ролики от других ютуберов и пошел посмотреть ветки на Реддите, естественно, я не был удивлен, потому что там в основном каждая вторая ветка в разделе Battlefield 5 была посвящена TTK и как, мол, все плохо. Но нет, нет, все-таки мелькали позитивные отзывы, говорящие о том, что новые TTK и новые изменения все-таки хороши и идут игре на пользу. Связано это с тем, как вы понимаете, что негатив всегда будет проявляться людьми гораздо охотнее. И несмотря на то, что негатива может быть гораздо меньше, то есть недовольная часть аудитории может быть гораздо меньше, чем довольная, будет казаться об обратном. Ведь, как я говорил не раз, говна фонтан до неба. Ведь тот человек, кому все понравилось, он просто будет играть и молчать. А тот, кому не понравилось, он пойдет, выскажет свое недовольство везде, где только можно, под разными аккаунтами, никами и на разных площадках, и будет казаться, что это 100 человек, хотя это будет всего лишь один человек. И поэтому, если вам не безразлична судьба Battlefield 5 и вообще в принципе серии в целом, и вам, внимание, понравились изменения нового TTK, то я вас прошу, пожалуйста, напишите позитивные, скажем так, посты, не знаю, в социальных сетях, в группах ВКонтакте, если у вас таковые имеются, и на Reddit, если вы хорошо владеете английским языком. Аргументированно, можете брать собственные тезисы, можете брать тезисы, которые озвучу я, для того, чтобы разработчики видели, что есть та часть аудитории, которым все понравилось, и, возможно, стоит не менять ничего, остановиться на том, что они сейчас придумали, отказаться от той небольшой части недовольной аудитории и начать делать новую игру для новых людей. После ознакомления информации от других ютуберов и коллег по цеху, которые с какой-то вот вдруг стати решили, что якобы DICE пытались оказуалить игру и сделать ее для казуалов, я понял, что некоторые, видимо, не понимают, что хотели сделать DICE. DICE, как мне кажется, хотели сделать именно игру более доступной для всех, чтобы и вход для новичков был нормальным, и скиллом игрокам было чем заняться. Да, разрыв между новичком и скиллом игроком будет колоссальный, в отличие от того, что было раньше. Ведь раньше любой новичок мог убить любого другого игрока просто потому, что он вперед начал стрелять, просто потому, что он зашел в спину или просто потому, что пинг. Вообще скилл нисколько не решал. Сейчас же вам необходимо в игре развиваться, и вы должны более активно играть, не кемперить и более, скажем так, разбираться в картах и в оружии. Но при этом, для того, чтобы порог вхождения в игру был более низким, оружие упростили, у него убрали рандом. Да, здравствует стрельба 1.0, которая была на выходе. Теперь оружие не колбасит, рандомного опять разброса нет, оружие стреляет ровно туда, куда вы смотрите. Да, уменьшили урон, но это все равно позволяет вам перестреливать скилловых игроков, если вдруг вы там используете тактические, скажем так, какие-то вещи. Укрытие, карту, эффект неожиданности, дым, гранаты, или вы начинаете тимшотить. То есть два новичка играют против опытного игрока, вполне себе могут его задавить, скажем так, в тиски. Но в то же время, если вы опытный игрок, и вдруг какой-то кемпер издалека, лежа на пузе, начинает по вам стрелять с пулемета или же со снайперской винтовки, естественно, у вас будет преимущество, потому что его голова будет как на блюдечке неподвижная, и вы можете в голову его расстрелять гораздо быстрее, чем он вас. И это и есть некий баланс, который позволяет и развиваться людям в игре, и в то же время новичкам в ней чувствовать себя комфортно. Я не знаю, с чего вдруг люди взяли, что новичкам будет некомфортно, как мне кажется, отнюдь наоборот. Также снижение урона и увеличение TTK сделало сейчас динамику в Battlefield 5 уровне BF3. Я наконец-то зашел на захват, и здесь никто не крысит, все захватывают точки. Ты во время захвата флага не откидываешься за одну пульку, не пойми откуда, ты можешь бегать по флагу, захватывать этот флаг. И пусть там сидит дальше этот пулеметчик на сошках или снайпер где-то вдалеке. Поливать, ты захватываешь флаг, а он не понимает, что нужно делать, и в кои-то веки интересно играть в захват. То же самое касается и ТДМ. Теперь те, кто сидят по углам, они, естественно, не будут набивать себе большой КД, как это было раньше. Теперь они будут просто не удел, ведь весь бой
находится теперь посередине. Кстати, многие карты теперь играются совершенно по-другому из-за того, что динамика игры значительно увеличилась. Теперь меньше тех, кто просто сидит, больше тех, кто берет и бегает. А связано это с тем, что вы теперь не боитесь выбегать на открытые пространства. Вы не боитесь бежать к середине карты, потому что вы не боитесь ваншота в конце концов. Потому что вы можете перебегать от укрытия к укрытию и не бояться, что какая-нибудь Суоми за полкилометра убьет вас. Или какой-нибудь там человек с пулеметом, лежа на сошках, тоже вас убьет. Потому что если он начнет по вам стрелять, вы воспользуетесь аптечкой, кинете себе дым и спрячетесь за укрытие, и поймете, откуда он по вам стреляет, и дадите ему отпор. Это то, о чем я говорил с самого начала выхода игры. Именно это было всегда и в BF3, и в BF4. Но, несмотря на это, у игры есть некоторые проблемы после данного обновления, и сейчас я перечислю некоторые из них. Первая проблема — это пистолеты. Как я и высказался в первом ролике, что мне показалось очень странным, пистолеты какие-то мощные. Дело в том, что изменения не затронули пистолеты, и благодаря тому, что у них фиксированный урон минимальный теперь составляет 13-14 единиц, то вы можете убивать с пистолета дальше, чем с ПП. Это нужно править, но не нужно править урон. Как я уже говорил, что на расстоянии вытянутой руки, это условно 1-2 метра, пистолет должен решать. В сравнении с каким-нибудь в сравнении с каким-нибудь Суоми, Томпсоном, в общем, неважно с чем, пистолет должен вблизи решать, на то он и пистолет, для того, чтобы его достал и дал по щам противнику. После моего опыта ознакомства, скажем так, с новым ТТК, с ДМРками, тяжелыми пулеметами, с пулеметами типа ЛС-20, со штурмовыми винтовками типа 1907, это те вещи, у которых маленький боезапас магазина, и с одного магазина на расстоянии бывает и не убить одного противника, как мне кажется, нужно либо увеличивать боезапас, ну хотя это вряд ли они сделают, либо увеличивать скорость перезарядки, или же вместо какой-нибудь бесполезной, ненужной вещи в ветку прокачки добавлять ускоренную перезарядку, либо увеличенный магазин возвращать 1907, как это было ранее, на 50 патронов, и тогда эта штука игралась. Сейчас же эти пушки в некотором своем роде становятся бесполезными. 1907 бесполезна, потому что есть у медика Томпсон, который ее и перестреляет, благодаря тому, что у него больше магазин. Раньше 1907 перестреливала Томпсон, потому что обладала более высоким уроном и дальностью поражения. Такие пулеметы, как Брен, становятся тоже бесполезными, потому что, блин, зачем они, если есть Льюис с большим магазином и большей скорострельностью? Если они хотят разграничить эти вещи, как мне кажется, нужно ввести дифферентный урон, как это было в начале BF3 и BF4. Например, в BF4 до сих пор какой-нибудь Скар Аш обладает уроном в 40 единиц против стандартных, которые есть у других штурмовых винтовок, что, благодаря того, что у него низкая скорострельность, делает его в некотором плане очень хорошим оружием, потому что урон просто выше. У пулеметов же такого сейчас не наблюдается. Как мне кажется, низкоскорострельным пушкам нужно добавлять урон. Естественно, нужно повышать урон ППшек вблизи, потому что они, ну, попросту бесполезны, как это я говорил и ранее. Я ознакомился практически со всеми ПП, и все они играются не очень. Кроме парочки Type 100, можно еще более или менее играть и MAF, или MAP, как он там, 38. Тоже очень хорошая ППшка сейчас за медик, и все остальное практически мусор. Есть также некоторые проблемы со скорострельными пулеметами, типа FG-42. Я его попробовал, казалось бы, он играется более или менее хорошо на ближней дистанции, в принципе окей, но проблема в том, что его перестреливает Томпсон. Как пулемет может перестрелять ППшка, мне непонятно, и при этом у FG-42 очень маленький магазин. Если вы заняли какую-то точку, то, ну, в принципе, хорошо. Кстати, те, кто боялся, что ЛС-20 будет играться не очень, играется очень хорошо. Ему бы добавить чуть-чуть скорости перезарядки, и даже с магазином на 20 патронов с ним вполне можно классно отыгрывать раунды в плане обороны, даже, в принципе, в атаке. Также, опять же, было замечено, что во время диплоя, мало того, что показываются все противники, когда вы на экране диплоя смотрите, на миникарте теперь изменились иконки в хорошую сторону. Если раньше вот эти кружочки со стрелочками вражеские были непонятны и непонятно было, куда смотрят, сейчас же на миникарте в случае пометки
противника посредством вашего тиммейта, посредством подавления флайера, они отображаются именно треугольниками, такими вытянутыми, и вы сразу понимаете, смотрит враг в вашу сторону по мини-карте прямо, или он смотрит в другую сторону, и вы понимаете уже, как действовать в той или иной ситуации. Эти дополнительные какие-то вещи, естественно, новичками не будут замечены, но теми игроками, кто играет, скажем так, очень хорошо и давно, воспринимаются как позитивные изменения. Также внесли небольшие правки в экран кастомизации в главном меню, что в принципе меня никак не напрягало, но тем не менее, теперь это более выглядит логично и больше похоже на те же вариации кастомизации из Battlefield 3 и Battlefield 4, где у тебя отдельно техника, отдельно персонажи, отдельно разные фракции и отдельно классы, где ты можешь настроить абсолютно все и вся. Что касается ДМР винтовок, и некоторые начали бомбить на то, что у них пониженная скорострельность, они стали неиграбельными, я не соглашусь. ДМР винтовки по-прежнему играбельны, просто. Основная задача DICE была сделать таким образом, чтобы игроки играли на короткие дистанции. Здесь можно было решить это двумя способами. Изменить масштаб, сделать его как в BF3. Если вы помните, у меня был ролик давным-давно про каналы NoShehra, где я рассказывал проблему современных каналов NoShehra в Battlefield 4, почему они не играются. Проблема была в масштабе, что в BF3 модельки гораздо больше, чем в том же BF4. В BF5 масштаб практически один к одному, именно поэтому вы умирали от рандомных каких-то выстрелов через половину карты из-за низкого TTK. Здесь нужно было делать либо модельки больше, и соответственно расстояния бы сократились, и тогда бы игра игралась в принципе хорошо. Масло масляное, но неважно. Либо же вот понижать TTK для того, чтобы сокращать дистанцию боя. Как вы понимаете, ну, сейчас, увидев противника издалека метров за 150, вы теперь его не убьете. Вам для того, чтобы его убить, нужно сблизиться, и это нормально. Ведь расстояние в 150 метров это в какой-то степени снайперская дистанция, а вы раньше могли убить с СТГ или того хуже, со Стена, с ППшки на такой дистанции, и это ненормально. Ведь полно игр, примеры которых положительные, например, Call of Duty, Destiny, где урон просто на определенной дистанции падает. Если вы посмотрите графики урона в какой-нибудь старой Call of Duty, вы увидите, что урон статичный до определенного расстояния, а потом резко падает в ноль, считая, что вы не наносите урона вообще. В той же Destiny это то же самое. Урон падает до таких катастрофически низких единиц урона, что вам нет смысла перестреливаться с револьвера на там 50, условно, 100 метров. Для того, чтобы перестреливаться, вы начинаете сближаться. И DICE пошли именно по этому пути. Занерфив урон, у ДМРок уменьшив скорость стрельность, вы теперь не можете перестреливаться на бесконечно дальние дистанции. Вы теперь вынуждены сближаться, что приводит к повышенной динамике боя, что убирает практически проблему кемперов. И с ММГ-пулеметами, которые стреляют от сошек, по идее, основная их задача была именно раш. Как бы это странно ни звучало, потому что они точные от бедра, с ними нужно рашить, как с ППшками, и в некоторых лишь случаях примагничиваться каким-то препятствием. Я согласен, что проблема сошек в игре есть, и ММГ-пулеметы игрались бы классно, если бы сделали систему приклеивания точно так же, как в новом Call of Duty Modern Warfare. Если бы вы могли клеиться не только к камням и лежа на сошках, а к стенкам, к подоконникам, и если бы это происходило точно так же быстро, как в новой Call of Duty, тогда бы ММГ-пулеметы не были бы раковой болью, Battlefield 5, такой, который они были раньше, когда люди просто тупо лежат и не рашат. В общем, я вижу позитивные изменения, которые сейчас вносят разработчики, в отличие от большинства людей, коллег по цеху и держателей каких-то пабликов, которые поднимают пиратский флаг для того, чтобы атаковать, скажем так, судно DICE для того, чтобы его потопить и чтобы они вернули все по-старому. Ребята, знаете, есть такая поговорка: глупо делать то же самое и рассчитывать на другой результат. Возможно, вам опять возвращать к тому же самому, в чем Battlefield не был успешным. То есть Battlefield с низким TTK не был успешным, пятый. И рассчитывать на другой результат, наверное, глупо. Может быть, стоит дать возможность Battlefield 5 посуществовать немного по другим правилам, и, возможно, эта игра станет чем-то лучшим и большим, чем она есть сейчас. Поэтому еще раз прошу, тем, кому понравились данные изменения, пожалуйста, пройдите на форумы Reddit или куда-то еще, сделайте себе, пожалуйста, труд, если вам не безразлично, создайте ветки, которые говорят о том, что вам нравится и что данные изменения хороши и идут на пользу этой серии, что динамика боя изменилась, в общем, чтоб ребята видели, что да как.
А дальше уже будем, так сказать, посмотреть. На этом все, спасибо, что смотрели Дайроник. Жду от вас обратной связи в комментариях. Естественно, сейчас побегут вот эти вот приспешники, у которых говна фонтан до неба, и ставить дизлайки, что в принципе я уже привык к моим роликам по TTK 2.0, что я, мол, его единственный, наверное, кто его одобряет, и не потому, что я хочу быть уникальным в данном каком-то случае, нет. Потому что я хочу развиваться в игре, а до этого в Battlefield 5 было играть попросту неинтересно. А сейчас у меня опять загорелись глаза, и мне прям хочется играть и пытаться стрелять именно по головам. В общем, это какой-то челлендж для меня. Надеюсь, для вас точно так же. В конце, как обычно, благодарю спонсоров своего канала, которые у него появляются. Спасибо вам, ребята, большое, огромное просто спасибо. Напоминаю о том, что подписка стоит всего лишь 49 рублей. И в данном случае вы поддерживаете меня не столько финансово, сколько наличием спонсора на YouTube, который так важен сейчас для новых алгоритмов YouTube. До скорой встречи, ребята. Всего вам хорошего, классной вам реги, побольше хедшотов и пока!